В России зафиксирован первый случай гибели людей от сибирской язвы. Жертвами эпидемии на Ямале стали пожилая женщина и ребенок. Бабушка с внуком съели зараженное оленье мясо. Как стало известно Лайф, у женщины скончалась еще 29 июля. Ее малолетнего внука Дениса доставили в больницу, однако спасти жизнь мальчика не удалось. И могут быть новые жертвы. Сейчас в больницах Салехарда находится 66 человек с подозрением на заражение сибирской язвой. В ближайшее время еще 22. Из отдаленных районов доставят в мед. А в медучреждения на вертолетах. На текущий момент страшный диагноз поставлен только у 8 пациентов. Сибирская язва, я напомню, смертельно опасная инфекция, поражающая людей и животных. Известна с античных времен. Сибирской болезнь назвал русский врач Андреевский в 1788 году. Тогда ореолом распространения инфекции в России была именно Сибирь. Чаще всего заражение происходит при употреблении в пищу мяса больного животного, оленевого в данном случае. И вероятность передачи болезни от человека к человеку крайне низка. Споры бактерий сибирской язвы очень живучи, из-за чего в 20 веке их готовились применить в качестве оружия массового поражения.